самостоятельно. И сегодня будем играть Hide and Seek 2. И сегодня мы будем играть в игру просто... Да, я уже говорил. В общем, мы будем играть сегодня скрытный режим. Или я буду искать, или я буду играть все. Кстати, я тестировал один баг. Может, сможем протестировать? Поэтому попробуем. Опять эта карта. Я ее официально ненавижу. Но мне тоже нравится. Чуть-чуть. Баг работает только на другой карте. Почему эта карта другая выпала? Тут только два человека. Серьезно. Ну вот. Ладно. Коробка, видимо. Так, может быть, здесь тоже сработает. Вам попытаться. Ладно, буду прячешься. Надеюсь. Не искателем. Как-то народу мало. Почему так мало всех? Поставлю на паузу. Видите, наша игра началась. И опять искатель! Ну ладно. Поместите, подметить карту. О май гад. Где же можно все помечать? Зачем, не знаю. Как это, что такое перестраивать? Не знаю. Ой, ну... Маркер я уже указал один. И все. Так. Так, ладно. Здесь телефон лежит на полу. Здесь тоже на телефон на полу. Так. Так, да, это я указал. Так. И тоже ничего запоминать. Я все помню. Вообще все помню. Если она здесь. Погнали. Не. Что это такое? Так. Не, здесь было, точно я вспомнил. Здесь же было. Вот этого не было. О май гад, я опять нашел. Какая прошка. Все не возрождаются. А, здесь это было. Тоже было. Тоже было носок, я не знаю, был нет. Здесь было. Здесь интересно. Нет. Ужас, это граната. Надо было так тут запоминать. Так. Здесь, конечно, ничего запомнил, поэтому учится только на гранатой. Да, ничего нету. Видимо, на улице не все было. Тоже было. Здесь тоже нету.
Зря я так делаю. Хочу бы гранаты кинуть. Бы это было. Нет. Нет, такого не знаю. Так. Может быть там? Не знаю, где все было. Где-то вот тут. Нет. Просто воспользовался моим багом, но, блин, точно на этой карте не работает. Граната, готовься. Ничего здесь нету. Я еще носки запоминал. Да. Здесь мы уже проверяли. Да, проверяли. Держи. Держи. Карта это. Там что-то. Это что за карта? Разработчики, что ли, новую карту делать? О, новая карта. Это, по-моему, это не новая карта. В общем, ребята, напишите. Я такую карту вообще не видел. Может, это такое? Ну, нет. Такую карту, по-моему, я не знал еще. Она секретная. Я не знаю, доктор, все. Почему я застрял? Ну, ладно. Эта карта секретная. Разработчики ее не используют. О май гад, так долго, так долго. Тоже никого. Ты где же они? Здесь тоже никого нет. Сик. Это главное хай-хай-хайт. Может, они на елке прячутся? Хотя кто туда прыгнет до такой высоты? Хотя, возможно, тут тоже можно спрятаться. Вот тут прям тоже секретное место. Если когда-то карта будет другая. Здесь тоже никого нет. Где же они? Хакеры, что ли? Как я с багами. Только у меня этот баг не сработал. Другую карту, надеюсь, дадут. А это скучная уже карта. King Master TV. Давай. King Master TV. Ты сможешь найти. И где они были, неизвестно. В общем, ладно. Да, надеюсь. Так что, давайте мы сейчас снова поиграем. Надеюсь, я уже буду прячусь. Который прячется, и попробую баг. Там возможно. Если карта будет... Нет, нормальная. Да, точно такая карта.
почему? Оно уже 100 раз было, 1000 раз оно уже. Эта карта меня просто раздражает. Ладно. Хочу стать вот этим книжным шкафом, вот этим, так сказать. Я покажу, кем я хочу стать. Я хочу стать... Здесь таких нету. Если буду прячешься, припрячется. Так. И карта опять это снова. Мне ничего особенного нету. Никаких секретных мест нету. А в прошлой карте там есть одно скрытное место, а также баг. Здесь, наверное, не сработает. Только если стать книжным шкафом. Ну, не книжка, как это называется? Ну, вообще, сейчас посмотрим. Давай, нам осталось чуть-чуть. А, за две музыки, наверное, играет. Я тоже слышу, две музыки прям играет. Вот даже если прислушаться, то играет где-то две музыки. Или это просто так сделано? Так, надо... Да будь серьезно, ладно, не подгарки. Эй, так дорого? Хотя... Побежали, не знаю, куда-нибудь, я про... чтобы баг был, работал. За стенку, короче. Да, тут работает баг или нет, но попробовать стоит. Где-то вот тут. Вот тут. Сворачиваемся. Туда сквозь стену. Сон, две музыки меня раздражают одновременно. Опять и здесь, оказывается. Почему я не хочу автопрыжок? Он меня бесит, автопрыжок. Это тоже была плохая идея. Давай туда. Постерял. Мне почти будет другое место, кстати. Отсюда самое лучшее место прятаться. Такой там подовой баг, работай. Где вам другую карту, все работает отлично. Видите, вот, типа... А, нет, я не телепортнулся. А я сдвину только палку с места. Не, я не люблю влезать сюда. Видимо, баг не работает, надо, видимо, прятаться. Вот туда. Прыгаем. Да будем на елке прятаться. Да тут тоже может быть крутое место. Бум-бум, баг, давай сработай. Эй! Фух, чуть не спалился. Эй, ты ну что за баг, эта карта, у меня уже, я не могу в нее уже играть.
Я уже 1000 раз не играю. И одна и та же карта. Даже новенькую не придумали. Давайте другую карту пожили. Или что, переместили эту карту, что ли, куда-то? Убрали, что ли? Знахасы, по-моему. Я не помню, там бассейн был. Это которая прошлая карта. Ну, сейчас... А, вот! Ну, наконец-то, ребятки! 17 минут ждали. И эта карта появилась перед нами. Здесь баг работает очень хорошо. На этой карте сейчас я вам покажу, наконец-то. И здесь есть скрытное место одно, как и елка тоже можно скрытное место, потому что там искатель не может. Вот здесь еще скрытное место. Просто прыгайте вот сюда, пытаться, и здесь где-то спрятаться. Вот тут, например. Вот тут. Можно еще один раз прыгнуть. У меня не получилось. Это я случайно. Ну ладно. Наконец-то эта карта. Ура! Просто ура! Мое самое любимое место — это вот тут. Тут шкаф, тут стоит. Я могу в нем попрятать. Я уже 100 раз в нем прячусь. Я сейчас покажу на нем баг. Если попытаюсь, если буду прячусь. Я очень хочу прячусь, не знаю. Очень сильно, не искатель. Так, ну давай. Нам еще осталось чуть-чуть, 60 секунд. Где 10 секунд уже осталось? Так, я буду прячусь, я буду прятаться, я буду прятаться, я буду прятаться. Хайдером, буду хайдером, буду хайдером. Да! У нас получилось. Так, я буду... Как же время больше? О, давайте по телефонам. Ну, давай побежим сюда. И здесь. Смотрите, сейчас я покажу. Бах. Он здесь тут работает. Моя почему-то... Блин, я, видите, телепортируюсь. Может, и баг уже исправлен давно. Я же только-только его сегодня попробовал. Так, ладно, где-то вот здесь прятаться. Во, смотрите, смотрите, ребятки. А дальше просто... Все, ребятки, видите, на этой карте все работает. Вы увидите только что баг. Баг, баг. И если будет момент, чтобы вы не смотрели все это полностью видео, это будет как... Смотрите, мы спрятались, это, короче, баг. Пеки, вы это видели? Это баг. Это супер-пупер баг. Обожаю этот баг. Видите, он работает. Видите, он работает на этой карте. В прошлый раз у меня такого не было. Прижимаемся к стенке, и вот здесь идем. И все, мы здесь застреваем. Прям внутрь туда. Попадаем, и все. Интересно, как же будет искать или это? Или я не знаю, просто не знаю. Давайте посмотрим на их реакцию. Я прям туда внутрь попал. Обычно такие баги тоже бывают, но искатель выглядит все по-другому. Как у меня выглядит так, а у искателя по-другому совершенно. Но это тоже может быть багом. Так. Зовут я видео про бага. А так мы будем сейчас еще... Еще последняя игра будет. Первый нашелся. Вот какой нуб просто. Он просто едет на одном главном меню, и все. Он, ну как сказать, он просто входит на одном месте, и все. И встал на одном месте. Нет, туда в эту комнату не заходи, даже не думай. Там ничего нет, там никто не прячется вообще. Он тоже ходит, видел, вот это скрытно... Упал, не получилось. Он не успел кнопочку нажать, прыжок. Вот не повезло ему. Смотрите, я... Все еще жив. Так что я хочу уже кланом поменяться, но я в нем старшая. Короче, о, что там такое шумит у нас в парке? Даже не представляю. А, это же мост, который снег очищает. Какой шум издает, когда я вижу неприятное. Тоже шум, так раздражает этот шум. Мне да. Ну ладно. Короче, баг в конце видео, надо сказать, было. Скажу всем, что баг конца видео. Вот это конец видео, наверное. Так, давай. О, смотрите, я уже это третий месяц за ним практически, если меня не найдут. Я пока чуть-чуть жив. И меня никто не увидел. Короче, используется баг с удовольствием. Но если когда-то разработчики это исправят, конечно, не будет бага, но зато прикольно, можно где-нибудь спрятаться, если все равно никто не найдет. Если кто-нибудь нападет на этот книжный шкаф, придете стрелять в него, но это глупо. Эй, ну... Шпец, ребятки, я не знаю, но все равно меня нашли. Не знаю, почему и как у меня... И как, почему.
Я, например, не вижу, что я тут, например, на видном месте. Ладно, хоть третий. Предупреждаю, что все-таки кто-то меня все-таки когда-то не будет найдет. Ну ладно, в общем. Да, о, смотрите, сколько здесь игроков. Я выхожу из игры и снова вхожу. И мы поиграем в режим погони. Если я буду еще раз спрячусь. Ну, короче, какая разница? Кем я буду? Скрытый режим. Режим погони. Такая карта, мне тоже какая разница. В общем, мы вроде бы сейчас будем просто играть. Бак уже не надо нам использовать. Значит, последняя игра, короче. Это у меня уже планшет скоро. Вот он. Да, эта карта, я просто ее обожаю. Очень красивая. Теперь эта карта. А не эта. Отлично, если я буду прятаться, я буду прятаться наверху, что ли. Или просто обычно прятаться. Ну ладно. Все равно пока надо что-то в этом видео необычное оставлять. Вот не знаю, необычное, красивое, крутое. Поэтому я попробую здесь. Вот. Бум! Опять этот эскалатор. Нет, не эскалатор, а что-то другое. Ой-ой-ой. Вот здесь, короче, можем прятаться. Тоже секретное место. Но это не блок-страйк. Она упала. Пошла кнопочку нажал. Ну, здесь точно можно упасть. Обратно уже выхода не будет. Или под елкой, которую я сегодня показывал. В общем, сегодня видео просто необычные. В секретных местах и багов, которые я... О май гад, я прячусь снова. Так, диван слишком большой диван. Надо, чтобы поменьше. Дерево! Серьезно? Ну ладно, давайте про дерево серьезно. Да. А что там еще было меньше? Ничего, только диван. Уже будет диван стоять на улице. Все, мы спрятались, короче, ребятки. И до нас практически никто не дотронется. Прыгать я, конечно, не буду, я только... Все, ребятки, короче, я спрятался здесь. Ха! Это просто круто выглядит. Так что большое, а то если будет телефон, то там можно было спрятаться, но прыгнуть. Но не допрыгнул все-таки, ну ладно. Дерево можно было спрятаться вот тут, но все равно это место плохое, тоже плохое. Дачное здесь, возможно, можно спрятаться вот тут. Или вот тут дерево, оставлю место и тут, и тут, или тут, или тут. Здесь уже кто-то спрятался деревом, как и я. Сейчас, смотрите. А я буду проходить. Так, дерево в воздухе. Нет. Как оно там оказалось, дерево? Ну, даже не представляю. Ну ладно, они все-таки, наверное, да тут они не знают. Но если увидят, то, возможно, они так. Плесники спутятся, вот так прыгнут. И здесь. Как эта коробка. Блин, коробка, ты если здесь будешь. Блин, здесь еще один кто-то спрятался. Я думаю, что тут только большие предметы. Но все-таки маленькие здесь тоже могут спрятаться. Так, все, бег нам не нужен. Ничего себе, а может когда-нибудь до туда должны как-нибудь дотронуться, но я не знаю. Или пистолет. Ага, вот можно пистолетиком мои. Вот здесь и проходите. Стоп, 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 здесь не надо проходить. Все, чтобы они никто не заметил, что там чуть-чуть есть наверху. А ты не входи в эту базу вот так вокруг, и все, я спалюсь. Так. Повыше, а повыше это вот так, вот так. О май гад, если меня спалят, то беги. Блин, упал. Ладно, он пытался прыгнуть, не прыгнул. Почему он убежал? Странно, это было со мной прыгаться, там никто не видит, все равно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай, садись со мной. Только не спалите, что... Блин, у меня не получилось. Блин. Все, не спалился, слава богу. Я, ребятки. Фух, он упал. Он будет так 100 раз, когда прыгать. Ну, не так, ну, снова. Прыжок. Бегать и нажимать прыжок. Ну, наверное, не дотянем туда. Кто-то цветом грады меня. О май гад, беги, беги. Беги!
Я второй. Неужели там еще остался? Он убежал. Не последний, я думаю. Стоп, почему не только я второе место дал? Первый, почему меня всегда первым убили? Ну ладно, все равно удачно. Ладно, я показала все необычные места. Смотрите на секретном месте. Так что с вами был Мася Студия. Всем пока. Потому что я дерево. Не помню мое дерево. С вами был Мася Студия. Всем пока.